Друзі, ну а зараз ось перед нами трактор, заради якого варто було приїхати на виставку, тому що це нова розробка від ХТЗ. Абсолютно нова рама, абсолютно інше розміщення двигуна, кабіни, шасі. Ну і зараз ви самі все побачите. Ти мене знімаєш? Да. Ні, я зараз зніму. Ти вирішив ХТЗ не знімати? Саня. Я жду спеціаліста, щоб покоментувати. На цьому тракторі новинка, нова коробка, а це все новинка. Зараз прийде чоловік, він все розкаже. ХТЗ 160U. Ось рама. Рама, до речі, з інтегрованим навантажувачем. Повністю інтегрований навантажувач фронтальний. Дивіться, трансмісія. І задній міст. Передні колеса. Бачите, кулаки поворотні. І абсолютно нова компоновка. Задня навіска. Зовсім інше розміщення. Задні колеса фіксовані, бачите, неповоротні. І рама тепер суцільна. Так, значить, пневмовиходи для гальмпричепа. Три пари гідровиходів. І бак, який здоровенний. Нюанси по всіх частинах. Рама просторова. Серега, ти розказуй, комітіруй. Powershift, 16 передач. Всі передачі під навантаженням перемикаються. Тобто без розриву потоку потужності. Ну, це коробка не цього тракту. Це CR240K. Це нова модифікована коробка. Для будущего такта ХТЗ. Она установлена вот на вот этом экземпляре 240. Тут просто... Да. А вот это уже от серии 160. Так. В чем ее особливість? Добрый день. Особенность в том, что сейчас уже, во-первых, коробка стала уже несущей. Корпус коробки, вот если посмотреть на... Він інтегрований в раму. Да, інтегрований в раму, получается сварная рама, коробка, корпус ее несущая. Она участвует даже в силовой схеме. Теперь по диапазонам. Она имеет три диапазона по 6 скоростей вперед и 3 назад. То есть в пределах одного диапазона без переключений возможно движение вперед 6 передач и 3 назад. То есть это удобно в режиме погрузчика, в режиме каких-то технологических работ, которые требуют челночного движения. Коробка полностью автоматическая же, своя система, со своей системой управления, управляется контроллером. Чьей разработки? Все своя. ХТЗ. Как долго вы разрабатывали эту трансмиссию? На трансмісію я так отошов. Ну, трактор, я знаю, ви готували аж до суботи, фактично. Да, в суботу закінчили збирати. Да, тому що дуже багато роботи, трактор робився повністю з нуля. Да, 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 все, все, наверное. А хто конструктор? Ну, давайте далі, по інших агрегатах. Ну, давайте, вопрос. Двигун який? На этом тракторе на первом установлен Weichai 180 лошадиных сил, это китайский. Ух ты, Weichai. Да. Ага. Вообще предполагается использование Ямза, Ивека и Минске двигателей. То есть линейка двигателей от 140 сил до 200. Угу. Так этот трактор еще испытания в поле не проходил? Еще нет. Так может нет. У нас поле протестируем? А плануете проводить в найближчий час? Такое предложение озвучиваете. А чому ви вирішили зробити саме такий трактор? Ну, є потребность на трактора серии 160, ну, 120-я, 160-я серия, которые на ХТЗ выпускались. Есть люди, которые ценят их
достоинства, но у них был и целый ряд недостатков. Поэтому решили все-таки возобновить эту серию. Но... А які ж на них недоліки були? Всі їх ніби хвалили? Ну, да. Вони були просапними? Да, да. Вот именно эти работы можно выполнять. Пропашные работы, те же самые. Цим трактором теж можна робити? Да, это ж его тоже один. Ага. А колія регулюється на ньому? Нет, не регулируется, но возможно применение различных колесных систем. Вот в данном случае стоит колесная система, которая позволяет работать в междурядье. Да. Яке междурядье? 70 сантиметров. То есть 2.10 тут колія на ньому зараз? Совершенно. Один из главных недостатков был, это слишком большой радиус поворота. Сейчас это устранили, и он поворачивает уже с радиусом 6-7 метров по наружу забегающего колеса. Ну, это непогано. Как для передних поворотных колес. Да, поворотные колеса. Ну и раз уже занялись его разработкой модернизации, то уже начали в каждой системе рассматривать, что можно улучшить. И таким образом нашлось очень много всего, чего можно улучшить. Таким образом, трактор очень сильно. Можете по машине показать, какие там конструктивные особенности на нем? Там, починаючи спереду, давайте. Двигуна. Тут я бачу, интегрована уже рама на нем, навантаживача. Да, про раму я сказал, что она составная, сварная из двух частей. Ну, передняя и задняя полурама и коробка передач связывает. В саму раму еще интегрирован портал для погрузочного оборудования. То есть он стоит в любом случае. Если заказчику надо, ему остается только купить отдельно погрузочное оборудование и поставить на уже существующие места. Это пора. Подвеска. Убрали балансирную подвеску, поставили сюда рычажную M-образную подвеску. Покажите, что мы... Смотрите, вот, давайте. Ага, о, так тут. А, оце тяги поздовжні йдуть, да? І це, виходить, не для блокировки, а це як амортизатор працює гідроцентр. Він не тільки як амортизатор працює, він як... Смотрите, подвеска гидропневматическая. То есть здесь впереди стоят, если заглянете под низ, гидропневмоаккумуляторы, которые в кромкового элемента выполняют воздух, сжатый воздух. Получается, гидроцилиндр гидравлически связан пневмоаккумуляторами. Гидравлика, жидкость подпирает воздух, который сжимается. То есть пневмо. Да. И трактор на пневмоке 200. Да, да. Гидропневма. Вот. Причем в режиме погрузчика достаточно перекрыть кран. Здесь он стоит. Ага. Перекрывается кран, и подвеска абсолютно жесткая. Блокуется, да? Она блокуется, чтобы не было перераспределения. И сколько он тогда может поднимать краном? Ну, вернее, по навантаживачам. Оборудование. Сейчас здесь установлено 1600 килограмм. Вообще 2 тонны будет стоять. Ну, поставщик не успел. И на какую высоту? Высота загрузки 3,5 метра. Борт он загружает. То есть чуть-чуть больше. Там 3,540. Что еще? Пневмосистему. Пневмосистему изменили, сделали двухконтурной. Двухпроводной. Она может работать как с прицепами по однопроводной схеме, со старыми прицепами, так и с новыми по двухпроводной схеме. Убрали с коробки передач стояночный тормоз. Поставили на заднем мосту энергоаккумуляторы тормозные, которые применяются на грузовиках, там на МАЗах, на КАМАЗах. И они обеспечивают стоянку, стояночный тормоз. Тобто вони, коли вимикається двигун, вони тиск подають, чи вони розблоковуються тоді? Пропадає тиск і вони зжимаються? Так, да, так. Да. Ага.
все. Получается, когда... Це як і на фронт, так, як і на вантажувачах так працюють. Так, коли закачуєш воздух, воно розтормажується і тормоза можуть. Все, і тоді можна їздити, так? Да? Да. А я зверну увагу на трубу вихлопну. А чого вона така маленька? Ще не встигли доділати, що на ній буде одет кожух защитний. Так вона... Іменно на цю, чи друга буде взагалі? Ні, просчитали цього достатньо. Достатньо? Він тихенько працює так? А де глушитель на ньому? Всередині чи тут? Ні, тут є як пламя-гаситель, він же виконує роль глушителя. Отут? Так, да. На самом деле, то, що стоїть тут глушитель, він же ж особо звук не убирає. Да, он приглушивает, но как мы... На таких тракторах? Да, да. Насколько мы пробовали, там, если снять, вы разницу, ну, снимаете его, разницу в звуке вы... Немає? Ні, є, звісно, ну не настільки заметно, поэтому ми пробували, що якщо уменьшати об'єм. Ага. А де забор повітря відбувається, двигун? Забор воздуха виробляється, вот здесь, смотрите. Ящик радіаторів, ми радіатори всі убрали, згрупували в один. Поставили в один модуль, ага. Радіатор. І зверху вот эта вот сетка. Это как раз воздуха, забор воздуха. Далее он проходит до фильтра и попадает в воздушный фильтр. Капот теж, це ж не серийный. Капот предполагается другой, но не успели его сделать, поэтому пришлось взять серийный капот и урезать его под размеры, которые стали. Двигун китайский поставили. А чому выбрали саме такий двигун? Потому что он был в наличии на тот момент, поэтому решили, чтобы не покупать ничего на том, что есть. Так, а який можно? Тоді? Можно, я же говорю, предполагается целая линейка. То есть те же самые китайские, возможно, ЯМС рассматривается, рядная четверка. И шестерки тоже предполагается, что можно будет ставить Ивеко и Минский двигатель. Місця вистачає під капотом, щоб поставити будь-який з цих движків. Це один із самих больших, виходить. Вичай. Вичай, да, і він вписався. Це шестерка рядна. Ага. А який об'єм його? 6,7 літра. 6,7 літра, 160 коней на ньому? 180. 180? 180. Це заправка чого? Це коробка передач. Ага. Заливна горловина. Заливна горловина трансмісії. Чуть-чуть буде кронштейник зроблено, закріплено. А ви на всіх тракторах будете отаку інтегровану раму робити? Так, да. Може встроєно в раму. Щоб сразу ну, можна... Рама просчитана на нагрузки, які приходять, в тому числі, від погрузочного обладнання. Ага. Це вже все учтено. Допустим, бачите, от йде ліст. Это место наиболее нагруженным является, поэтому здесь уже применена накладка усилителя. Яка толщина тут листів? Основной лист 16 мм. 16, а поперечні оці? Это 10 мм. 10. И тут я дивлюся більший на колесі. Это 16. Яка витрата питома цього двигуна? Не пам'ятаєте? Паливо. Ні. Просто ну, китайці заявляють, що він саме економічний, ну, по питомій витраті палива. Орієнтировочно точно бачу. Плюс-мінус, як у всіх, там порядка 210-230 грам на кіловат-час. Грам на кіловат-час, так. Да. Бак. Бак топливний. Шикарний бак. Не прогниє. Сканія. Сканія? Так. Да. А, тобто ви взяли оригінальну деталь? А, ми... Не оригінальну, верніше, а серійну. Наоборот, тут, да, тут, який применяється на грузовиках, все широко розпространен. Ви в будь-якому городі, в будь-якому місці можете його взяти, купити, поставити. Ну і він... Ну, в дальнейшем для одешевлення можна перейти на пластикові, звісно. Угу. Він з нержавійки. Да, это алюмінієвий. Алюміній? Да, алюміній. Алюміній? Клас. Який об'єм? 295 літрів. 295. Один бак тільки тут, да? 300 літрів. Топливний бак. З іншої сторони там трап. Так. Трансмісія виходить, ви казали, це 6 механічних діапазонів, да? Ні, 3 діапазони.
6 передач вперед. То есть 18 передач переднего. Не, я понял. Механично це я маю на увазі. Вручну скільки перемикається? Ну, не совсем вручну они перемикаються. Они перемикаються гидравлічно уже. А, то есть... Да. То есть в середине механическая муфта, но вилка уже гидравлика. Ага. Вот, три диапазона. То фактично все тумблерами тепер перемикаються всі передачі? Ні? Не тумблерами, а кнопочками вибирається діапазон. Сервопривод. Джойстиком ви вибираєте на підлокотнику. Нова кабіна з підлокотником уже. Ти бачиш? Стоїть джойстик, на джойстиці ви вибираєте передачу. Кнопочкою предварительно вибрали діапазон, на якому хочете двигатися. Так, мости, з чого тут? Особливість, нет муфти сцепления. Убрали. Просто соединительная муфта упругая, соединяющая коробку с двигателем. Для трогания служит одна из гидроподжимных муфт коробки передач. Фактично, как роботизована трансмиссия, да, с двумя щепленнями. Ну, не совсем. Нет, просто одна из муфт, но кинематика подобрана таким образом, что ее момента, этой муфты, хватает для трогания. То есть она не перегружена. Mm-hmm. Но и применены здесь серийные ХТЗ-ские гидроподжимные муфты в коробке, но не с колесного трактора двойные, как на колесном стоят, а одинарные с гусеничного трактора. Они идут уже с шестидисковых, а не пятидисковых, как на колесном. Тобто больший запас надежности. Да, поэтому больше момент, плюс еще по кинематике стоит на вторичном ряду через передачу, поэтому как раз на такую мощность и хватает трогания через... До речи, а який крутий момент цього двигуна? Кабіна зовнішня стандартна від звичайного ХТЗ. Ну, она корпус, каркас. Это одноместная кабина, узкая, которая применялась на погрузчиках на 156-х, но переделанная. Ну, видели. То есть каркас взят серийный, ну, а все остальное уже в нем модифицировано, посадочные места. Расположение органа управления. А кабина открыта? Да, открыта. Пошлите туда посмотрим. Ключи есть у трактора? Есть. Зайдем? Ну, можем попросить. Ну, обов'язково треба завести. Люди не повірять, що він серійний. Опа. Так. Опа. Так. А уже одноместный, мы втроем не помещаемся. Да. Здесь еще предполагается дополнительное сиденье. Его просто сюда. Его не успели нам довезти. А, ну там нормально, давай можно сидушку поставить. Так. Что тут по керуванию? Теперь. По управлению. Ну, про джойстик я уже сказал. Теперь это рычаги управления задней навеской. Это джойстик управляет передней навеской или, когда установлено погрузочное оборудование, то погрузчиком управляет. Это ручной газ, поскольку двигатель пока что еще механический, поэтому поставили такой шифтер ручной. В дальнейшем вот отведено место, в котором будет стоять флажок для электронного двигателя, для ручного газа. Так, давайте поміняємося. Ви сядете, а я там буду. Ні, мені просто так зручніше буде знімати, бо я близько. Підлокотник це поки що, ну, скажімо так, не серійний. Предполагалось, що взагалі производители підлокотників нами його зроблять. Ну, на даний момент не успели, поэтому в опытном цеху завода нам сформовали, вот так мы как определили зоны расположения клавиш, джойстиков, и вот нам успели сделать такого. Что тут за клавиши вынесены, какое керування на джойстику? А, клавиши, во-первых, это... Давайте с початку начнем. С початку. Это выбор диапазона. Вот рядом с коробкой вы выбрали, на каком диапазоне двигаетесь. Здесь у вас дисплей, это для коробки передач, на котором отображается. Отображается диапазон, ну, вся информация по коробке передач. И дальше движение вперед-назад, вы передача. Раз штукнули, да, перша, да, плюс два, передача, друга. Да, вперед и назад. А в стороны? Нету движения. Нам достаточно. А мы будем вместе с сиденьем, да? Да, он вместе с сиденьем.
Так, дальше у нас есть режимы коробки передач, либо автоматический, либо ручной. Там определяется алгоритм ее управления. Допустим, там, если вы на транспорте двигаетесь, либо на рабочем диапазоне, от этого будет зависеть, с какой скоростью у вас включаются муфты, чтобы была плавность переключения. На горивків? Да, и тут вы можете либо автоматически задавать. Фактично, как на импортном тракторе уже. Да. Так, это клавиша... Сейчас, обозначение. Что-то на плух схоже. Да, что-то на плух не могу сказать. Так, одна из клавиш еще. У нас есть... Передний привод, мабуть. Блокировка муфты, да, полного привода. Ну, получается, привод у нас и так постоянно полный. Но передний мост у нас включен, идет, стоит в коробке гидроподжимная муфта, но она не полностью замкнута, а поджата. То есть предварительное поджатие есть, чтобы трактор двигался в любом случае. С преднатягом таким? Да, да, с маленьким, с небольшим преднатягом. И если система управления уже отслеживает, если есть пробуксовка моста одного относительно другого, превышающая какую-то величину, тогда автоматически подается давление, доливается муфта, и они уже как полностью заблокированы, жесткий привод осуществляется. Либо можно это сразу включать вручную, чтобы заведомо двигаться с полностью заблокированным. Полностью сразу заблокованным. Да, да, тобто це автоматично, а це повністю заблокований. Да. Ну, а це? Вперед-назад, мабуть. Реверс. Назад, щоб поїхати, да, треба ж теж щось... Ні, назад, я ж говорив, це в пределах одного діапазону. Вы можете двигаться 6 передач вперед, так, и 3 назад без каких-либо переключений. Ну, это удобно, особенно в режиме погрузчика. То есть вам не надо. Так, то есть мы выбираем тут одну из трех, чи одну из шести? Мы один из трех диапазонов. Три диапазона. Так, да, один из трех. У нас три диапазона есть: пониженный, рабочий, транспорт. Так, выбрали рабочий, например, да? Включаем рабочий. Рабочий диапазон, там, допустим, скорости там от 5 там до 11 км в час. Ну, точнее, там посмотрим. Вот, и начинаем двигаться. Первая передача, вторая, третья, четвертая, пятая, шестая. Так. Либо спускаемся вниз. Так, спустились мы вниз. Дошли до первой. Дальше. Надо ехать назад. Назад. Ну, просто назад. А, кстати, одна из, вот эта клавиша, вспомнил, да, она определяет, в каком режиме вы двигаетесь. То есть режим челнока или, или режим, ну, обычного движения. Ну, чем отличается режим челнока, то есть это вы дошли до первой передачи, дальше идет сразу уже передача так назад, то есть он, они у вас без остановки. Так. В режиме обычного движения, ну, чтобы вы вдруг сразу так не поехали назад, когда у вас плух прицеп, так, то есть у вас... Проскочив это, здесь, да? Да, да. То там надо только через выжим сцепления переходить. Ну, сцепление электронное, оно как такового, это, ну, я же говорил, сцепления поскольку нет, то оно не отключает сцепление, а просто подает сигнал на систему управления, которая уже определяет, что... Оператор хочет ехать назад. Да, что он хочет ехать назад. Просто для алгоритма управления. А что он хочет ехать назад, а не просто дернув там клавишу случайно? Да, что не просто. Так, а это что такое? Это ручной тормоз. Ага, ручник. Ручник, да. Угу. Панель регулируется? Да. Удобно, сиденье тоже. И по высоте, и по нагрузке вперед. Механично? Вперед-назад, да. Сейчас назад, а там достаточно широкий диапазон регулировки. Можно под любой рост, под любой вес. А что, кондиционер есть? Да, кондиционер установлен. Ну, это базовая комплектация. А он а там два кондиционера. Не-не-не. Оно там и снизу дует, да?
Это дополнительный отопитель установлен, отопитель салона. То есть здесь есть и в кондиционере отопитель. А він пов'язаний, ну, один пульт керування ним, чи, чи там інший якийсь? Ні, все виведено. Все там, да? На эту панель, да. Динаміки виведені, ззаду це коробка. Это здесь спрятан редуктор стекла очистителя, ага. Поэтому накладочка. О, и магнитола есть. Да, магнитола. Ну, все нормально. Можно работать? Да, да, да. Все. А, тут воздуховод даже и сверху есть. Ну, потолок это серийный. Да. А, сверху это кондиционер, а снизу отопитель. Ну, да, да. Тут мы особо не меняли потолки, ага. Только добавить кнопки управления отопителем. Тут кром кабины можно обойти. Платформа такая цела. Навколо кабины. Круговую для обслуживания, чтобы можно было пройти, протереть, ага. Везде трафик. А фильтра, где меняются кабины? Кондиционер спереди. Спереду? Спереди. Ага, он. Откручивается панель, когда остается коробка. Ага. Шилька м'якенька. Так, мости чиї? Мости лазовські, поки що. Ну, ну від стандартного КТЗ? Так, да, стандартне КТЗ, єдине, переділений, передній мост переділений для міста кріплення підвіски, ага. Міста кріплення гідроциліндра рульового управління. А з чого взяли поворотний механізм? Ну, поворотний механізм з 160-ти около кишкорні вже ж. Те, що були розробки, да, да? Да. На 160-ках. Так, да, ну чуть-чуть їх змінили. Ага. Там некоторі доробки, ну, заготовки, поскольку були вже на заводі, їх змінили з некоторими доділками. Угу. Так. Підвіска на українському тракторі. Да. Вперше українські, пневматична підвіска. Українські гідроциліндри, да. Тоже отечественное производство. Тяги это мазовские стоят на подвеске, то есть тоже легко доступны, угу. Широко распространены. Старались как можно меньше оригинальных деталей таких использовать, чтобы не было проблем с сервисом, с обслуживанием, с доставанием запчастей. Так. Це от така трансмісія, да, все на все? Да, это панель управления. Трансмісія, гідропанелі. Здесь как раз это вот видно подводы, которые переключают диапазоны. Здесь угу. Стоят вилочки, гидроподводы управления вилками. Элементы пневматической системы. Ага. Колеса. Теж від стандартного трактора якогось? Ні, ні. Ну, резина, так, да, приміняємо. Дочищини Мітос. Да. Це дуже класна резина. Да. Определений цілий набор колес, які дають максимальну производительність для трактора. І серійні колеса вже показали, що вони не достатньо ефективні. Не обеспечивать те показатели, которые можно достичь с применением других колес. Так, а гидравлика чья? Так, гидравлика. Распределитель одесский, строй гидравлика, насос Бандиоли, основной системы, гидросистемы, насос гидросистемы коробки и гидросистемы рулевого управления, насосы гидросилы использованы. Угу. Зате освітлення скільки?
Я зверну увагу. Да. Чотири фари на кабіні, на агрегати. Да, как говорит, і у нас тут чотири фари. Света много не буває. Так тут його... На жодному тракторі вже нема скільки фар. Проблема в тому, что когда тракторист работает ночью, ну, не сильно многие об этом знают или не сильно много говорят об этом, но проблема периодически озвучивает. Когда фары установлены сверху кабины, освещают поле, и тракторист работает ночью на поле, пашет, поднимается сзади столб пыли. И этот столб пыли, фонари бьют в эту пыль, идет отражение, и у вас на переднем стекле, вы как на мониторе, вы видите не то, что у вас впереди находится, а вы видите отражение всей этой пыли. То есть фонари должны быть установлены ниже уровня окна. Вы, если посмотрите на трактор, да, вот стоит рядом, видите, у него на крыльях сзади фонаря стоит. Просто при таких работах отключаются верхние фонари и включаются нижние, которые уже не подсвечивают область, которая засвечивает вам подобное. Угу. Навіть про це вже подумали. Причому кронштейни вже прямо варені. Тобто зняти їх не вийде. Ну, не то, що зняти, а без них продавати, тому що вже є кронштейни. Да, ну тут чуть-чуть буде відмінено, трафік треба відодвинути. Ну, тут вже починаємо по ходу определяти, що удобно, що неудобно. Ну, це перша розробка. Да, тут зараз люди прийдуть на виставці і все розкажуть, що зручно, що незручно. Так, да, от на це ще розчет. Щоб зробити трактор максимально удобним для використання. Скільки часу зайняла у вас розробка цього трактора? Ну, повністю начали мы им заниматься, где-то техническое задание было на него подписано, если я не ошибаюсь, где-то весной 19 года. Півтора роки? Да, получается, где-то полтора года на него ушло. Так, а до речі, гидравлика, и який об'єм гидравлики тут масла? Так, бак 130 літрів. Здається, стандартний, як і на звичайному ПТЗ? Ні, на звичайному ПТЗ менше, але оскільки вже періодично на ПТЗ приходять заказчики, які просять додаткові функції, допустим, там функція Мегафлоу, яка потребує там повищеного розходу. Є орудия, які потребують повищеного розходу. Поэтому уже того об'єму недостатньо, щоб можна було реалізувати всі функції, которые требует заказчик по гидравлике, объем увеличен. Я бачу, тут, до речі, ще стоїть примусова подача, да, великого об'єма. Да, 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 совершенно верно. То есть можно напрямую. Не, это не подача, это наоборот сброс. Если у вас идет гидронасос, орудие, да, с большим потреблением, с гидромотором, с большим потреблением, да, поэтому чтобы не пропускать, не это дело не продавливать через распределитель, вы напрямую через муфту сливаете это в бак. Точно так же вот у вас есть для дренажа, допустим, гидромоторы какие-то стоят, которые тоже, чтобы не заводить, ну, со своим дренажом, поэтому прямая линия. Сброса. Навіска. Стандартна? Ну, почти. Пересмотрена ее кинематика. Поскольку решили трактор сделать более компактно, навеску пришлось утопить в середину. Ну, так как и ее сдвинули со своего места, то там есть целый ряд требований, которые необходимо было соблюсти. Ну, которые определяются ГОСТом старым нашим, либо ИСО. И чтобы выдержать все эти требования, показатели, была полностью пересчитана кинематика. Ну, некоторые узлы заимствованы, допустим, нижние тяги заимствованы, ХТЗ-овские, раскосы тоже, ну, правда, без верхней части, это тоже серийное. Ну, пытались использовать серийный элемент. Ну, это новое. Да, это новое. Видно, такие долгие тяги. Да, центральная тяга тоже серийная. Получается, третья категория, грузоподъемность 5 тонн. Передняя навеска, грузоподъемность 2,5 тонны. Тут 5, там 2,5. Да. ВОМ? ВОМ серийный стоит. 540 тысяч? Да, 540 и тысяча. Смена поставика. Сколько там, 21? Да, шлиц. А можно менять на 8? Шлиц. Ну, это полностью серийный, да, там же есть возможность. А привод его от чего? Меняли.
кардан от коробки передач, да. Это на панели желтая кнопка, то включение ВОМа. Нет, нет. Желтая кнопка – это было отключение коробки передач, принудительный слив со всех мух. Ну, вдруг вы чувствуете, что какая-то нештатная ситуация, что-то у вас не в порядке, то, чтобы не угробить коробку, что-либо вы нажимаете, а потом уже разбираетесь, что у вас произошло. Может, ее в іншее место перенести? А то оно так под рукою. Не, она в зоне как раз там, где вы не работаете, она где-то под локтем. А. То есть случайно вы ее не включите. А ВОМом есть, видно управление ВОМом. Вот два джойстика ближе сюда к сзади. А мы, дурачи, до них и не дошли. Да, да, вот они стоят сзади. Первое – это включение механической муфты в самой коробке, поскольку есть требование, что должно осуществляться полный механический разрыв. Пошли, подивимся все-таки еще в остальные органы керування. Сідай. Первый – это включение, вернее, дальний – это включение в коробке, чтобы кардан начал вращаться, подсоединение. Это оперативное включение ВОМа, то есть муфта в самом редукторе ВОМа. Включение, выключение. Ага. Так, и USB навіть. Ну да, современное требование. Ну, у вас есть телефон, по-любому что-то вам надо зарядить там. Без этого уже никуда. Это уже сегодняшний день, да, без этого. Куда те же самые навигаторы ставите, там GPS-систему можете ставить, вам надо ее запитывать откуда-то. Куривать его стандартно. Так, а это керування? Это резервное. Фронтальше покажу. А, туди можно теж щось під'єднати. Да, да, да. А це фронтальним навантажувачем. Да, либо передняя навеска, либо фронтальный покручник. Угу. В базі вже, я бачу, навіть компресор є. Да, компресор кондиціонера. Що люди кажуть? Ну, разное говорят. В основном положительное, пока что. Для каких робіт він призначений? Для чего вы сделали сам трактор? Трактор универсальный, то есть он выполнять может весь комплекс сельскохозяйственных работ. Это пахоты, посев, междурядная обработка, баранование, ну, все что угодно. Нам же удобнее будет с плугом работать, правильно, чем с ломающей рамой? Да не то, что удобнее, он может работать с плугом. Если этот может работать только с плугом, правильно выполнять комплекс работы. Он уже по междурядям не поедет, с ломающейся рамой не может работать. Этот может выполнять уже пропашные работы, внесение удобрений, целый ряд. Ну и предполагается, что на его базе может быть целый комплекс машин построен, там, по примеру, как-то. Формики там еще делают. Угу. А сколько он может бігти? Яка швидкість? С данным двигателем 38 км в час. От 2,5 до 38. Супер, дякуємо.